так и есть. В желтой форме у нас Лагуна. И сразу же на первых секундах удар. Пробить, наверное, сейчас можно? Нет. Не по ошибке передача, правда, перехват. Не получилось. Сейчас хорошая передача, момент и гол. Вот, в принципе, владение привело. Нет, и обратная контратака Самойлова. Опять удар. Еще один удар и залетает все-таки мяч в сетку. Это Оксана Алимайкина. Подкарауливая отток. Вот Ефимова сейчас классно разворачивается, бьет и забивает. Здорово, здорово. Наконец-то забивает Алина. Вот еще момент. Ефимова бить будет. Да, бьет. И второй гол забивает. Вот так. 2-2. И заключаются обе бомбардирши. Ошибка. Кулешовый момент у Ениной. Остается нас мячом, перекладывает под левую и забивает. Классный гол. Сама все сделала. Удар и еще один гол и Енина. Автором его становится вновь. Классный удар. На сей раз с правой ноги причем. Момент хороший. Ждали. Сейчас Кулешова в отборе классно. И заходит. Да, забивает! Забивает Ефимова. Здесь я бы Кулешова отметил. Классно она в отборе сыграла и передачу хорошую отдала. Заброс вперед. Не точно. Алимайкина перехватывает. Вот сейчас Ефимова перехват. Передача на Коржову. Пас, удар! Гол! 4-2. Вот 4-4. Я уже все цифры позабыл. И вновь все та же парочка забивает во втором периоде. Ефимова. Классный матч. 4-4.